Я просто знаю, что правильно сцена, а то, что, блядь, у вас... Ну, что-то у меня карта захвата выключилась почему-то, да. Ну, она, блядь, бывает. Ну, старая уже, все старое, все хуевое, все прям. Я забываю, что не надо эту сцену сам менять. Молодец, что написал, штопор. Мог бы как мудак уйти просто молча, как большинство людей бы сделало. А ты вот написал. Это похвально. Вот это отличает моих зрителей. Вот у большинства людей никто... Я причем помню, тогда стрим был. У чувака народ сидел. И у чувака тоже были какие-то проблемы. Там, блядь, никто ничего не написал. Не пришлось мне писать. Причем я был новичок, я первый раз вообще на канале был. Ну, я написал чуваку. Потому что остальные просто тупо молчали. Мне, типа, похуй вообще. Вот. Кстати, у них порядок разный. Там была Валерий справа, а здесь Валерий слева. То есть они типа акцентируют, что нет правильного персонажа, каким хочешь играть. Это Nintendo Switch версия. Это бесплатная демо-версия. Она есть на русском языке. Качайте, играйте, если на свече вам интересно. Это в заголовке будет написано. Вот. Поэтому эта игра привлекала, собственно, внимание. Плюс эта игра создатели Messenger. Да. Вот, поэтому... Поэтому как-то так. Так, ну это было круто. Древний Туман не шутил. Значит, мы так не смогли перевести к острову призраков. Давайте вернемся на уровень земли. Мы просто это уже сейчас только что проходили, потому что были технические неполадки. Вот. Ну как пиксельная графика, но симпатично, согласен. Художественный стиль и колорит достаточно приятный. Но это создатели мессенджера, а те умеют рисовать. Вот. Я просто вообще удивлен, что создатели мессенджера ушли в такой жанр. Но, типа, это даже хорошо, в отличие от Бабадзаки, не застряли в одном жанре, то есть у них получился божественный платформер, мессенджер это просто произведение искусства. Но решили, что ну, ограничено. Ну что, давайте смотреть боевку. Значит, навыки у нас есть атака. Давайте сначала атаку. У этого, кстати, молоточек, солнышко молоточек. Не совсем все понятно. Ну ладно, давайте вот по этому ударим. Бам. Бам. Отбрасывание питания. Из них что-то высыпается. Гром. Ебать, колотить, ничего себе, что так больно-то. Исцеляющий свет. Ну, пока максимально классическая. Я не понимаю, что это значит, вот это вот. А, подождите, мы выбираем, кем мы ходим. То есть у нас здесь не такая пошаговая игра, как обычно. Бля, надо было как играть посмотреть менюшку. Здесь, короче, видите, вы выбираете, кем вы хотите. И плюс над врагом еще какой-то молоточек. Солнышко молоточек. Отбросить не получилось. Комбо. А, это типа двойной удар. Ага.
Надо посмотреть сейчас, как играть. Я думал, они нам туториал дадут. Хуй там плавал. Так, переключи. Передвижение. Беги. Используйте для бега. Для ходьбы. Слегка наклоните. Ага. Увидев поверхность, в которую можно залезть, нажмите А, чтобы схватиться. Причем без интерактивной кнопки. Подъем. Прыжки с уступов. Плавание. Расцвет ветра. Нажмите Y, чтобы создать порыв ветра, способно отталкивать блоки. А, это вот оно зачем нужно. Понял. Бой. В общем, когда ваш лидер сталкивается с врагом или его снарядом, бой происходит по очереди и без временных ограничений. Позволяет разбирать стратегии, вести бой в своем ритме. Улучшайте атаки и навыки, нажимая А в подходящее время, чтобы увеличить урон исцеления или нанести доп. Удары. Подбираясь врагов ударов не обязательно. В качестве бонуса. Время ударов. А как мы должны в подходящее время? И при этом ударов не обязательно подбирать время ударов. А как мы должны подбирать время ударов? Нажимаем А в подходящее время. А, то есть прям во... А, то есть имеется в виду, что в момент навыка мы должны еще кнопку нажать. Это, кстати, в какой-то игре было, я не помню. Bravely Default это, по-моему, было, что ли, или еще в какой-то. Это было в какой-то... Или в Octopath Traveler это было, что надо именно кнопку еще удачно нажать, чтобы усилить действие. Для атаки нам противника можно ослабить, нажимая А в подходящее время. Чтобы снизить размер силы, блоков не обязательно рассматривать это лишь как бонус. Блять. Навыки. Это способность действия расходы ОМ. Они предлагают различные способы подхода боя, но все магические уроны могут быть улучшены как современные удары. Оставлю ОМ отлично. Все используются многие, если вы не сражаетесь, так как атака с полной шкалой маны не тратит регенерацию. А, подожди, так как атакуя с полной шкалой маны, вы тратите регенерацию. Вы тратите регенерацию. А, ну имеется в виду, что у тебя удары в мели уходят никуда, наверное, имеется в виду это. Продукты, лимит груза снизили, загрузка на лагерь, купите в магазине, если вы хотите ставить заказание, вы не дождать регенерации, перекусите. Скорее живой ману. Обычно атаки генерируют заряды живой маны. Удерживайте ZR и нажимайте А, чтобы поглотить живую ману и ускорить ваше следующее действие боя за счет части вашей магической атаки. Господи, а что так сложно-то? Враги с помощью остойка атаки отмечены шкалой и замками. Носите урон со следующего типа, чтобы сразу замки слабить действие врага и отметить вас. Вы что, ебанутые что ли? Какие замки нахуй? Враги, использующие атаки остойка, отмечены шкалой и замками. Носите урон соответствующего типа, чтобы сорвать замки и ослабить действие врага. Или отменить его вовсе, сорвав все замки. Это замки. Комбо — это мощный нога, который можно привести только потратив очки комбо. Для большинства действий боя дают лишь очки комбо, сорвая нога является наиболее эффективным. Уязвимость поведения. Некоторые враги уязвимы к одним материалам, другие существуют 4 типа урона. Любого предмета от меча длинный солнечный урон. Движение действия всегда перезаряется, пока вся команда не делает вход. Иногда они могут действовать в выбранном вами порядке. Используйте влево-право, чтобы перемещаться между доступными персонажами. Угу. Выживание. Точки сохранения. Точки сохранения. Персонажи расставлены. Торговцы продают снаряжение. Лагерь разбить. Предоставить доступные места. Дожигать вставные основы. Готовка, рыбалка, исцеление вне боя. Вот, исцеление вне боя. Если вам нужно сесть за ним, рядом нет места для костра, вы можете использовать свои магические навыки в меню игры или сесть закуску из вашего инвентаря. От автохила нет. Меню реликвии позволяет принять с собой игровой опыт. Если вы предпочитаете более легкий бой, имеет смысл активировать реликвию амулет повествования. Ага, понял. У нас он вроде выключен, да? Я не буду его включать.
А как я... А, вот. Вот, реликвия. Амулет повествования, комбо ракет. После удачного приведения современных крафтов, блок персонажа вылетает звездная ракета. Подходит тем, кто предпочитает сразу видеть результаты своих действий. Передача принесла сильный спотак, блок нужно взять свободно звездную ракету на тем, кто сейчас сразу видит. Ну давайте посмотрим, чтобы типа у нас были действия наши. Это никак не усиливает нас. Баланс не вносит. Нам бы, наверное, похилить, это бы имело смысл бы, наверное, да? О. Что-то этот чел, по-моему, умеет. Бля, нихера у тебя стоит сколько? О, программа загружена еще одна. Выпадает закуску. Гарл бросает закуску другу. Среднее исцеление. А, то есть им нельзя, а я только другу, понял. Черт. Ну ладно. Ну будем стараться нажимать вовремя кнопку тогда, ладно. Раз такое дело. Ну, игра на самом деле действительно очень прикольная. Тут очень странно видеть, конечно, такие игры. Обычно сейчас такие выходят ремейки, ремастеры, ну, в смысле, ремастеры старых таких игр. У нас на этих было миллиард, блядь. Вот, и новые сейчас такие, вот так-то по трейлер была, вот одна из многих, потому что сейчас мало кто тратит время на подобный жанр. Но, чтобы именно пиксельно вот в ретро-стайле, потому что JRPG живы, конечно, никогда не делись, даже Shin Megami Tensei там. ИС, слава богу, я очень рад, что в этом году выходит новый ИС. В этом году, короче, поиграем с вами в JRPG, что-то все равно народу нихуя нет. Поэтому можно, в принципе, поиграть. Просто когда есть даже русский язык на борту, ну это сам бог велел вообще. То есть не какое-то кривое говно, которое ломает игру или через жопу переведено, а официальный русификатор в этой игре, в Shin Megami Tensei. Жалко, выс не будет. Вот это, конечно, просто пиздец, как обидно. Вот, блядь, сделали бы они в 10-м из русский язык, конечно. Еще, кстати, одна JRPG-шка, я себе забыл, как она называется. Там, по-моему, тоже русского языка нет, но я бы тоже в нее поиграл. Надо будет потом, когда попрохладнее будет, попробовать. В этом году вышла достаточно такая интересная игра. Тоже специфическая очень. JRPG-шки, они вообще чем хороши? Они, кажется, всегда очень специфические. Так, у вас нет другого выбора. Так что заключите договор с пиратами. По-моему, они не такие уж и плохие. Ладно, нечего тут. Просто разговор, и я приду к тебе. Так, ну пойдемте посмотрим, что за сейчас движуха здесь происходит. Только глянь, кто здесь? Уговор в силе. Если тебе не удастся победить Вальтрейда в армрестлинге, то есть одна вещь, которую нужно принести. После этого слова пирата мы отвезем вас на остров призраков. Что скажете? Ну давайте. Соревнования по армрестлингу для всех желающих. Уху! Прекрасно. Блин, как странно, конечно, играть в JRPG, в которую русский язык всю жизнь приходится переводить, сидеть. Так, Вальтрейд, вставай давай. Так.
Чувствую, вы что-то это самое. Я тоже поучаствую, а то что-то как нечестно иначе будет. Да и потом с пиратом это круто. Так, наш товарищ будет сейчас состязаться с пиратом. Смотрит, видимо, какой-то их чемпион. Нихуя себе. Бам, блядь. А, он, видите, он как бы это самое, он читерским каким-то способом. Без волшебных рубашек, говорит, видите, пропустил момент, когда договаривались, типа. Вот. Ну это было круто, блин. Это будет моим лучшим анекдотом. Покажи еще раз. Так, мы должны какую-то принести вещь. Заброшенная лаборатория давно умершего тайного колдуна. Я отвечаю столетиями, но легенда гласит, что в ней находится монета договора бессмертия. Зачем она тебе? Это же тот клевый. Плащенная им нежить обязана исполнить полученный приказ. Я использую, чтобы отредактировано для спойлеров. Нам попасть внутрь. В это время люди держались подальше из страха, но кажется, вы не из робких. Бою так, что сложностей должно, не должно быть. Мой каждый раз не будет, но проведет вас вовнутрь. Немного магии должно помочь. Я открою вам путь в заброшенную лабораторию слова Кинотана. Привет, капитан, ты с нами? Я останусь здесь и подготовлюсь к вашему прибытию. Ладно, добудьте монету. Немножко перевод такой всратенький. То есть он как бы сделан то ли нейросеткой, то ли что. Немножечко такой, ломанный. Как-то либо не очень опытным переводчиком. Средненький такой, средненький переводик. То есть лучше, конечно, чем, блядь, английский язык переводить, потому что это реально заебывает. Я вот если тогда 8-й стримил, гости, как я заебался переводить. Причем даже еще и, ну, чтобы понять хотя бы. То есть стримить английский JRPG еще сложнее, потому что тебе нужно озвучивать еще. То есть, потому что когда ты читаешь английскую речь, ты понимаешь, что там написано, но при этом, чтобы озвучить, тебе еще нужно слова подобрать и озвучить. А это отдельная тема. То есть просто понять английскую речь это одно, а перевести это уже другое совершенно. Хотел все-таки, раз уж стримлю, стримить как следует. Вот. Жалко, у Мегами Тенсей нет демки. Поэтому надо будет играть на эмуляторе, поиграю, посмотрю, как она на свече вообще. Ну, такие игры, честно говоря, вот такие меня не очень сильно интересуют, потому что я в них играл в свое время в юности и, как бы, честно, ностальгии какой-то особо не испытывал. Потому что, ну, типа... Куда мы идем вообще? Мы непонятно куда должны. Тут нет карты типа, да? Слушайте, а карты нету. Это задолбаешься так бегать.
Вот, сохранялки. Да, сохранялки, если чекпоинтов нет, это вообще западлянь тогда полная. Так. Бля, куда нам идти-то? Слушайте, ну это что-то прям как-то вообще жестко. Недоступны для версии. Знаем, куда мы идем вообще. Наверное, сюда. А, тут вот так карта сделана, понял. Коралловые каскады. Блять, а куда нам надо, я уже не помню. А тут есть, типа, этот самый... О-о-о, тут нет журнала. Тут нет журнала. О-о-о, Лонг Джонсон. А нам в коралловый надо или куда нам надо? Я уже не помню, куда нам надо. Он там что-то нам сказал один раз, блин, я уже забыл. Чё? Фак, я уж не помню. Рыбачье озеро точно нет. А, вот, заброшенная лаборатория, все, точно. Блин, ну то, что журнала нет, это вообще пиздец. Это что-то как-то пососно. Я что, помнишь, что ты должен охуеть, что совсем? Что это вообще такое? Мне удалось найти дверь, но кажется, я смогу поднять ее всего на несколько сантиметров. Я готов, дружище? И ты благородные и вежливые пираты какие-то, на удивление. Зачем открывать дверь для того, чтобы поставить бочку, которая может служить опорой, если можно просто поставить бочку и пройти под ней? То есть взрывать дверь имеет смысл с наружной стороны, бочку ставишь, взрываешь, когда она уже открыта, нахуй открытую. Я первый раз в своей жизни видел, что взрывали открытую дверь. Вы что, ебанутые, что ли? Это очень странная была тема, конечно. То есть, что, блядь? Не, ну эта игра, она, конечно, не стоит. Там, по-моему, $35 стоит. Эта игра не стоит тех денег, на мой взгляд. То есть она неплохая, но она... Она слишком ретро-направленная. То есть... Ну, просто в мире слишком много таких игр. Мне кажется, что сейчас такие игры делать уже просто бессмысленно. Это, наверное, как платформеры уже. То есть, вот почему сейчас никто не делает платформеров пиксельных? Именно платформеров. То есть, делают либо рогалики, либо Metroid 2, они... То есть, какие-то такие вещи. Потому что, видимо, уже просто платформеры, они уже... Ну, их слишком много устарели. И также и здесь. Пиксельные JRPG ведь сверху, они уже, ну, реально... Ну, такое...
Я чтобы открывать новые пути, это довольно увлекательно. Так, это наш лагерь, да? Ну. Так а что дальше делать? Нам надо что-то сделать? Отдыхать, наверное, да? Типа это нам сил, наверное, ману восстановит. Ну да. Так. Но... А, подождите, мы можем вот так сделать теперь, понял. Нам кубик нужен был для того, чтобы это самое. Давай сюда кристалл поставим зеленый. Головоломочки уже такие легенькие. Я хз, когда там что нажимать надо. О, ракета вылетела, я удачно ударил. Человек, хуй такая ты, если честно. Бабу уже заебали мою. Это где-то хуета, честно говоря. В Octopath Traveler в Bravely Default была лучше моё. Тут она какая-то такая себе, блядь. На самом деле она такая себе. Ну это прикольно. То есть они, короче, решили сделать частично пошаговую, частично такую, как бы здесь много надо будет типа принимать участие в бою. Это довольно-таки интересная тема, конечно, но, блин, в ХЗ, мне кажется, в основном ты играешь в пошаговые игры, чтобы играть в пошаговые игры, то есть. Это объединение необъединимого, оно, на мой взгляд. Мне оно никогда не нравилось в Final Fantasy старых, потому что когда в старых еще был вот этот псевдо-реал-тайм, ну то есть там
типа она как бы пошагово, но при этом вот это бежит полоска, и ты типа должен вовремя все делать. Такое себе. Для свеча игра хорошая, но я бы сказал, что она хорошая для свеча только в портативе. Я бы сказал, что эта игра хорошая только в портативе. Этот кристалл определяет. Ой. Блядь, лабиринт начался у нас какой-то. Понятно, заебись. Давайте сразу сюда спрыгнем, посмотрим, куда попадем. Ясно. Блять, я завоплил. Печать надо снимать с него. Ёб твою мать. Нихуя себе, меня ебут. Не знаю, мы можем спешать или нет. Это Вокс, что пришел? Или у вас вкусы совпадают? Походу этот самый пришел. А, это Воксик точно пришел. Это его любимая самая. Здрасте, здрасте. У нас сегодня ленивый сич день. Когда мы просто сидим играем на свече, это вот демка. Я тебя уже вижу, по этим самым угадываю. По шортикам. Это Sea of Stars. А создатель Messenger. Но теперь это уже JRPG. Здрасте, здрасте, да, все, кто подходит, не снять перчатки, если внезапно у зрителей есть. Сегодня что-то неохота было в тирсу. Я сегодня слишком себя чувствую не очень хорошо, поэтому просто чилим во всякие такие. Вот для таких дней я и хотел бы себе какой-нибудь пошаговый для RPG, и вот думаю, если купить потом Shin Megami Tensei реально на Switch играть. Ебать там печати, пиздец, как я тут должен снимать, блядь?
Где они вам? Я не знаю, как с них печать снять, блядь. Это просто бред какой-то. Это демка, да. Печать снять вообще Unreal. Ну типа реально забей просто. Ну да, все подписки. Ну, слушай, не, у меня нет подписки. Не, я не играю ни на что онлайновое. Если я потом попробую с Платончик поиграть и Smash Brothers. Но после Mario Kart я больше не играл ни во что онлайновое. Ты че у тебя жизни тут так много? Ты охренел, что ли? Че? Идешь? Прикольно, что есть боевка на территории, где ты находишь врагов, то есть ничего не прогружается, а прям здесь боевка. Это большая редкость. Очень большая редкость. Должны под какие-то игры. Там дают до подписки тебе ретро-игры. У меня есть эмуляторов море, то есть для меня ретро-игру постримить вообще не проблема. А кроме ретро-игр больше никаких не дают. Это не PlayStation и не Xbox. Это другая консолька. Nintendo не такие щедрые пока что. Но правда, PlayStation тоже отнекивались, тоже кричали, мы никогда в своей жизни не будем давать бесплатные игры, еще охуели. Но когда поняли, что Xbox Game Pass это слишком пиздатая вещь, они просто обречены на провал, если не будут хоть что-то давать. Вот. Но Nintendo нет. Nintendo это еще более жадная компания. И у Nintendo свои как бы виды. Nintendo не пойдет на уступки. Вот. Поэтому, да, на свече такое вряд ли когда-нибудь будет. Забей вообще, это Unreal, короче. Печати эти хуячи все эти, блядь, снять это Unreal, нахуй. Просто, блядь, Unreal. Походу меня убьют, блядь. Че, надо кинуть делать чувачок. А он всех мне подождите. А он всех.
Есть. Снял чепуши или печать сетки, блять, это возможно все-таки сделать. Сейчас мне его угандошат, блять. Да ладно. А ты можешь сам себя похилить? Можешь. Неси яблочко. Так, комбо. Скажи, а что это? А, это солнечный урон всем врагам. Не баните-ка, друзья мои. Нормально. Ну, короче, тут специфическая боевка очень такая, то есть она... Если будет развиваться, то это разъеб. Это действительно может быть очень... А, прокачка здесь есть. Здоровье, мана, физическая атака, магическая защита. Ну, тут, блядь, сложно. Я думал, хп-шечку надо. Если здесь будет развиваться боевка, то это разъебченка, конечно. Бля, ну 35, конечно, дороговато. Для свеча идеально подходит. На пике я бы не стал в ней играть. Для свеча эта игра идеально подходит, но очень дорого она стоит. На карике она стоит 4000. Цифре она стоит в районе 3,5. Это еще, ну там тоже эти, надо найти способы, как бы, кинуть деньги на это, вот это все. То есть, короче... Портативно свече заебись. Перед экраном, ну, перед монитором я бы не стал в нее играть. Игра такая. Для вот именно портатива заебись. Вот. Стримить такую игру бессмысленно, потому что в Shin Megami Tensei там хотя бы, скорее всего, какие-то движухи будут, там очень своеобразный юмор. Вот это все. Вот. Ее, мне кажется, интереснее смотреть. Плюс это все-таки 3D игра, 3D миром, как бы более современно. То есть, грубо говоря, вот эта игра 4000 и Shin Megami Tensei 5,5. И тут, по-моему, блять, очевиден выбор нахуй. Ну серьезно, ну нет, конечно. Игра хорошая, но... Ну, 1000 рублей максимум и цена. 600, я бы даже сказал. Ну, 1000 на Switch, ладно, на Switch'е все дороже. Ну, 1000 рублей на Switch она бы, наверное, оправдала. Когда она потом на распродаже будет, в районе 50 золотых, вот, 50 золотых, наверное, оптимально. Как-то. А так, нет. То есть она не стоит тех денег, которые они захуяривают за нее. Прикольно, да, достаточно интересно, таинственно, так. Хорошая игра, то есть не могу сказать, что там халтура какая-то. Нет, это прям полноценно хорошая игра. Но не за такие деньги, конечно. Так, а что нам в смысле делать? А, мы сюда запрыгнули. Бля, вот эти мне не нравятся изометрические игры. Я думал, высоковато. Не, запрыгнуть можно. Это, конечно, не очень удобно. А, понял. То есть, вот, конечно, да, немножечко так неудобно.
Из-за изометрии. Ну мы можем в теории, конечно, вот этого чепушилу застанлочить. У нас навыков нет. Fuck my life. Ускорение. Что такое ускорение ZR? Чё, блядь? Нихуя вообще не понял. Чё, блядь? Ладно, неважно. Короче, тут боевка, она не интуитивно понятна. То есть она какая-то странная, блядь. Она причем не то чтобы плохая, она странная. Она очень-очень странная. Вот я честно скажу, такой поганой боевки давно не видел. То есть я вот играл много в свое время игр. И Bravely Default всякие, и Octopath Traveler. И, честно говоря, это кал. Это прям плохая боевка. Она... Нет, ладно, окей, она плохая. То есть она как-то стала. Чё она сейчас стала? Чё она стала сейчас? Это стал, блядь. Типа, чё, блядь? Как я должен понять, кем я сейчас управляю? Вот это всплывающее окошко, оно у кого, блядь? Я реально, я не понимаю. То есть здесь всплывающее... Кастрировать, просто яйца отрезать человеку, который делал вот эти интерфейс. Ты дебил, блядь. Ты дегенерат, ебаный. Вообще невозможно понять, вот эта плашка, она для кого. Пока ты, блядь, не... То есть просто... Это так неудобно, пиздец. Ну, то есть ты дурак, что ли, блядь? Ты мог нормально нахуй нарисовать плашку, блядь, там аватарку хотя бы чипушилок. Блядь, вот интерфейс через жопу сделан, реально через жопу. Просто хуета какая-то, реально, просто хуета. Героем кусочек появляется, да? Я просто не видел сейчас. А, да кружочек. А, ну да, кружочки есть, да, точно. Так. Бля, ну это хуёвая боевка. То есть она делает бессмысленно вообще хп нормально. То есть... То есть они как бы не умирают, они просто падают в нокаут и типа, ну типа, блядь. Потом он хуяк встает. Это такое ебать круто, конечно. Это странно, это хуёво бы. Она сделана через жопу. То есть ребята не играли нормально в JRPG. Это реально хуета.
какая-то хуйня реально. То есть вот есть лучше JRPG-шки на Switch. Пошаговый это самый. Я не знаю, что там за цифры, это очень странная тема. То есть, причем я не понимаю, почему я то могу бить за всех, то я могу бить. То есть в нормальной игре у тебя слева такая полоска, в которой написано, кто будет ходить следующим. И ты знаешь, что вот после твоего чела будут ходить два врага. И ты как бы от этого оперируешь. Тут нет полоски, кто будет ходить следующим. То есть я в душе не ебу, буду я ходить следующим или враг, и какой именно враг. То есть это сделать через жопу на отъебись. То есть люди делали, которые по мотивам. То есть мы типа как-то играли когда-то, что-то давно видели, но они не понимают, что пошаговые бои, они же не стояли на месте. То есть они сейчас вот, если брать современные игры, да, там же пошаговые бои уже совершенно другие, не такие, как на SNES. А здесь типа как на SNES, но, ну честно, хуйня. Нет, это говно, это кал собаки просто. Это дерьмо, которое не стоит вообще денег, окей. Это реально какая-то помойка, блядь. То есть это, ну, просто несерьезно. Это такая хуйня, что, блядь, лучше бы они реалтаймовые бои уже делали тогда, потому что... Вот есть вот Trials of Mana, и как-то вот она сделана гораздо лучше. То есть лучше вот эту купить игру, она гораздо лучше. Я просто хочу посмотреть, как она на свече работает. Вот, насколько 30 FPS убивает эту игру. Просто она реалтаймовая. Вот. Реалтайм это посложнее. В 30 FPS будет, конечно. Не, в пизду, это говно. Это кал собаки. Я не помню, в Xenoblade боевка какая. В Xenoblade, по-моему, пошаговая боевка. То есть Xenoblade лучше, Bravely Default лучше, Octopath Traveler лучше. Shin Megami Tensei я еще не играл.